Здравствуйте, хотела показать вам шестое место в игре Атлантида в охоте за рунами, при том, что в игру заходила там буквально минут на 20. И не каждый день, скажу я вам. И то шестое место. Принять. Мировой рейтинг. Принять. Так. Сейчас покажу еще чего-нибудь. Все, ладно, пока мисс не надо мне показывать. Ой, дама пришла. Сейчас как расскажет что-нибудь. Ой, там улетает фонарик. Ловите его, ловите. Они так хотят поговорить. У меня там фонарик летающий. Ой. Ну, в принципе, так пусть будет. Сложно. Ну, серединка. Награда. Ну, тоже так. Подтвердить. Спасибо. Да, пожалуйста. Так. У меня нет ничего. Этот мне дал. Я еще у него попросила. Дальше. Я ж улучшила себе заводики эти, парочку. Так. Садим картоху. Тетка, а ты что хотела именно? Показывай. Тетка, это ж ты или не ты? Нет, не ты. Вот эта тетка. Это с чем? Никто ничего не покупает. Мы или делаем, или не делаем. Ты посмотри. Брать. Так. Ну ладно, 10 кукурузки. И вот так. И вот так. А, прикол, что это, не делается еще одна ячейка здесь. Три. У меня закончилось, я вчера, это в прошлый раз. Сейчас я насобирала. Так. И еще раз, два. Расчет окончен. Так, смотрим. Дядь, ты чего? А, ты что, переехал? Ты ж тут стоял. А он видит, что на него внимания не обращает, поменял позицию. Так, а тут что, тут же уже закончилось, по идее? Ну да. Типа летели-летели, куда-то прилетели. Шестой мост. Вот я, 165. Все. Теперь давайте смотреть, что у нас тут. Тут у нас задание. Посадить кукурузу. Ага, первую забрать уже. Получить. Я из-за того, что оно плохо работает, ничего не удваиваю. Так. Несколько там, несколько сям. Разобрать бонуса. Тут еще две и посадить 10 кукурузы. Кукуруза, кукуруза. Птичка у нас просто летает. А нет! Какая хорошая. Первый раз пролетела, я даже не повелась. А оказывается. Так, эти все забрать. Мы не можем удваивать, у нас проблема с удвоением. У нас подвисает. Хотя в два раза больше намного лучше, конечно, я ж не спорю. Думаю, если бы еще динамитик давали, им бы цены не было. А, с 10 уровня появилось эти, с 13 еще одна появится. Угу, получить. Так, давайте уже книгу посмотрим, что-то мы с вами листаем, листаем. Так. Ага, ресурсы. Так, кажется, весну встречаем уже. Так, январь. Ну, ладно. Весну, значит, весну. Ой, Восточный остров. А красивенький, передать не могу. Так, загрузился новый остров. У нас тут ждали, очень ждали. И, ой, какая красивая девушка. Смотрите. Архитектура, строение. Смотрите на крышу. Сейчас посмотрим.
Тут мостики, я смотрю, есть. Так, Николь, дай мне, пожалуйста, хоть что-нибудь посмотреть. Тут вот пишут и пишут. Я вон бочечку, например, нашла. Видите, бочечка. Это что? О, тоже нужная. Так вот, раз, два. Это не то. Ага. Как-то мы открываем. В школу не пойдем. Так. Вот еще кувшин. Если что. Тут у нас есть мостик. Ой, и дорожка. А куда же она ведет? В общем, куда-то. Ой, тут сколько всего. Предстоит открыть. Ладно, все, смотрим. Намекают нам. Это задание у нас давно. А это только 6 дней. И куда бы нам пойти? Показывайте. А, я не в ту сторону собралась. Ну, простите. Мне ж интересно было посмотреть, что там. И вообще, мне надо деревья пилять, а не кусты. И ну, вообще трава тоже пригодится. Ну, у нас в игре... Так, кто-то подвис. Очень мало дерева. Вот еще фонарик. Это какой-то камень. Подождите, у нас такой камень не один. Так. Еще раз посмотрим. Ага, нам сюда мимо этого. Ничего себе, кустик, 26 ударов. Это ничего. Так, мне на что-то намекают. Молодой человек, вы подвисли. О! Вот это да! Вот это мы попали. Дракон. Еще драконов тут не хватало. Вы выдумали. Так, наборы нам не нужны ваши. А это что? Это старое, да? Хорошо, все, я не буду там трогать. Соберите ящики с чешуей. Ну, все кушни заодно возьмем. Прихватим. Так, это проход. О, я ящик нашла еще один. Так, только не говорите мне, что у меня подвисло. Тут что? Тоже, это тоже ящик. Я думала, какое-то строение прям. Такое какое-нибудь там, типа, построить. Любопытство. Любопытство распирает, да? Так. Еще ящик. 25. Их приличненько. И фонарики, и бочечки, и фонарики, и все подряд. Так, все берем, ничего не отказываемся, все наше. Не? Ой. 22. Тоже фонарик, не? Да. Красивый, красивый. Так, а тут надо вот это убрать. Значит, дальше не пустят. Ладно, показывайте. Внешний вид. Ой, это не то. Я про внешний вид. А, нет, так удобнее оказывается, когда закрыто. Деревья не мешают, и здания, вернее. Так. Еще одно задание готово. Во как. Мы шли, шли, шли и куда-то пришли. У них беда. Ой, я что-то нашла. Загадочный голос.
Денег вроде столько выпадает, столько выпадает. Но на самом деле не особо я их и вижу. Так. Пройти вглубь острова. 22. Ой. Вы знаете, я все-таки одно дерево возьму, потому что... Ну не могу я без них. О! Нельзя, нельзя, нельзя. А очень хочется. Я хотела не перемещать, а разбить объект. Если честно. Вот этот объект давайте разобьем. 33. Ну, потому что... Трава хорошо. Камни нам тоже нужны. Ой, эта энергия наберется еще когда-нибудь. 14 и 16. И, молодочек, не застреваем, не засыпаем, а продолжаем расчистку. У нас тут мостик. О, какое удивленное лицо. А мы будем идти сюда? Хочется. Я понимаю, что нам через мостик, но хочется пойти туда. Привязались. Мостик, мостик. Ну, нате вам мостик. Так. Куда бы нам пойти? Прямо. И недалеко. Так у нас недалеко энергии не хватит, я вам по секретику скажу. У нас только недалеко и осталось. Вот. 4 и до свидания. Ну да, можем сделать вот так. Ой. Но от того, что мы вот так сделали, мы нигде энергию не нашли. Но скажу я вам, очень хотели. Нашли, бочечка. Еще. Тут мы брали, тут мы брали, тут, тут, а вот тут, стоп. Ну все тогда. Идем, ой, вот тут дочищать. Молодой человек, у вас хорошо получится. Я в вас верю. Все, готово. Но они теперь просто обязаны дать нам энергии. Нам играть нечем. Ой, Мишка, красавчик. Я что-то нашла. Чем-то расстроен. Сидел там в зарослях. А может спал, а мы разбудили, тоже как вариант. Камушки-то хорошо. А это что? Во. Найди часть амулета. Нам сюда. Амулет. Это что? Ой, это, по-моему, уже не амулет. Какие-то бульбы. Так, а мы на него можем нажать? Что будет? Ага. Вон сюда. 16. 26. Да нет у нас столько. Наверное. Так, мы сейчас все пополучаем. И будет у нас немножко энергии. Так, вот это нам надо убрать. 16. И 14. Я так думаю. Ну, я могу ошибаться. Есть. И бочечку. Отдайте бочечку. Ну. Вот эту бочечку себе нашли. Нас тут отвлекают.
переписка века. Никуда мы не пойдем. Бочка. О. О, ресурсная бочка. А энергия. Ой, кстати, это нам надо. Да ну, у меня 3 энергии. Вы чего? Шутите, что ли? Ладно. Жмем на сюда. Упс. Да что-то ей вернуть. Ну, да ладно, вернули. Ой! Над ним прям загорелось. Спасибо! Пожалуйста. И нет. Что значит нет? У нас не пускает, он вредный. Вы понимаете ли, ему вернули. Ну, блин, бамбука 3. Положи бамбук в кормушку. Ага. А бамбук? Ой-ой-ой-ой-ой, с 3 энергиями. Туда что, пройду, что ли? Нет, конечно. Это значит, что? Правильно. Продолжение следует. Так. Ай, ладно. В общем, я забрала все бонусы. Ну, продвинулась на чуть-чуть. Но только на чуть-чуть. Ну, а мы с вами немножко поиграли. Видео заканчиваем. Всем пока-пока.